Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях клирик Воскресенско-Германовского собора города Ульяновска, Симбирской митрополии, протоиерей Дмитрий Савельев. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер, дорогие телезрители. Наша сегодняшняя тема – трудности воцерковления. Батюшка, скажите, а с чего начинается воцерковление? Воцерковление начинается с обретения веры и с первого шага к храму. Наверное, новоначальные – это самая большая группа риска среди прихожан наших приходов, которые ощущают на себе самые большие трудности в исповедовании христианства. У них еще свежи воспоминания их нехристианской жизни, у них еще совершенно нет опыта и нет понимания того, что же они получают в храме, что они, какой результат они должны получить от молитвы, от таинства, от участия в богослужении, от общения со своими братьями-христианами. Поэтому им, конечно, приходится очень тяжело, они совершают множество ошибок, и, к сожалению, эти ошибки порой бывают для них настолько тяжелы, что затрудняют для них дальнейшее воцерковление. О каких ошибках вы говорите? Ошибки – это, прежде всего, непонимание того, зачем человек приходит в храм, не умение молиться, не умение ощутить тот духовный результат, который человек должен получить. Когда ко мне приходят люди и спрашивают, почему у меня в храме нет никакого плода от моего посещения, я всегда говорю, что храмовая молитва рождается из домашней. И только обретя опыт молитвы домашней, утренней, вечерней, тематической, только ощутив это воспарение духа, ощутив это раскрывание сердца навстречу небесам, можно и этот же опыт домашней молитвы принести в храм и в храме получить то, чего мы не имеем в молитве одинокой. Молитву соборную, молитву коллективную и единение вокруг тела и крови Христовых. Батюшка, а каким образом человек приходит к Богу? Ой, столько много путей. Каждый человек приходит по-разному, но каждого человека Господь как-то призывает. Самый лучший, самый замечательный путь в храм – это на руках у мамы. Когда младенцы приходят, и они еще ничего умом не понимают, что происходит, но глазки их уже горят, и сердце их раскрывается навстречу Господу. И я всегда говорю молодым мамам, как можно чаще приходите и причащайте своих малышей, потому что как только их разум проснется, будет им 3, 5, 6, 7 лет и старше, они своим проснувшимся разумом сразу же воспримут из мира очень много падшего, греховного, соблазнительного и разрушительного, что есть в этом мире. А до тех пор, пока они живут единой жизнью с мамой, то, причащая святых тела и крови Христовых, причащая святых таинств, они получают такие изменения в их душах, которые дают предпосылку к дальнейшему воцерковлению, пониманию веры, принятию, пониманию священного писания и все другие элементы взрослой христианской жизни. Но такие случаи, к сожалению, не так часто, хотя в последнее время встречаются очень нередко. Но у нас есть много взрослых людей, которые приходят в храм, как говорится, не от хорошей жизни. И я это говорю совершенно без осуждения, потому что многие люди приходят к вере, преодолев длительные пути исканий. Некоторые приходят в христианство через
иные какие-то нехристианские секты и конфессии, потому что понимают, что то, что они искали, допустим, в секте, то, чего они искали в каких-то языческих духовных практиках, в христианстве присутствует, но в гораздо более высоком и исполненном силы виде. Кто-то приходит уже, имея жизненный опыт трудных ошибок, грехов и падений. И вот тогда, как в церковном песнопении говорится, «из глубины воззвав к Тебе, Господи», с самого дна падений, с самого такого тяжелого состояния, близкого к полной жизненной катастрофе, они вдруг обретают ту полноту жизни и ту истину, о которой их душа где-то подспудно догадывалась, но которая в их жизни не встречалась. И есть люди, которые от разума сознательно ищут Бога, и такой неофит, он очень сложный. Он один из самых сложных, когда человек приходит, и у него уже за плечами прочитано множество книг, он философски часто образованный и грамотный, у него множество священных писаний разных религий, у него какие-то свои собственные представления, и очень часто новоначальный говорит, ну вот я приду в храм, но я такой уже самый из себя человек достойный, поэтому церковь должна тоже сделать уступку моим достоинствам и, соответственно, чтобы заповеди я исполнял не все, а только те, которые считаю для себя самыми приемлемыми. Тоже в Писании я принимаю не все, а только самое, можно сказать, для меня дорогое и ценное. Ну, к тому же я продолжаю верить еще в какое-нибудь переселение душ. Ну вот есть и такие очень сложные прихожане в церкви. Господь зовет всех. Господь зовет и людей, отчаявшихся в жизни, и людей, запутавшихся в своих исканиях, и людей, которые просто увидели нечто прекрасное в церкви. Вот о себе говорить неудобно, но мой путь был тоже очень извилистый в храм. Я крестился в 30 лет, и мое воцерковление началось с церковного хора, который я услышал, и он на меня произвел глубочайшее впечатление. И я подумал, что я должен петь в церковном хоре, потому что это замечательно высокое, сложное и благодатное, нужное мне искусство. Вот я, начав петь в церковном хоре, еще не крещенным, потом пришел к вере, крестился, и вот оказался в церкви в качестве священника. Поэтому путей, конечно, много, пути все разные. И Господь каждому человеку предлагает путь, соответствующий внутренним проблемам, внутренним талантам, дарованным Богом, готовности и возможностям человека. Для каждого человека такая возможность воцерковления существует. Батюшка, у нас есть звонок из Свердловской области. На связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос, пожалуйста. Мы вас слушаем, вы можете говорить. Алло. Задавайте вопрос. Алло. Здравствуйте, ваш вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка, благословите меня. Господь да благословит вас. Вот, скажите, у меня такой вопрос, я из Свердловской области. У меня такой вопрос, что я вот молюсь каждое утро, я очень верую как в Богу, и как подхожу только к иконе и начинаю Господу Богу обращаться с молитвами, и у меня сразу льются слезы, я не могу никак их просто удержать. И когда в церковь хожу, то же самое. Я в церковь прихожу, и у меня даже тяжело мне. Я очень все время плачу и не могу никак ничего с собой сделать. Простите, как вас зовут? Безымянная наша зрительница жалуется на то, что имеет слезы в молитве. На самом деле
Слезы – это дар, которым Господь очищает наше сердце. Слезы покаяния, слезы умиления, слезы радости. И Симеон Новый Богослов в своих писаниях и в своем пути святости как раз учил монахов этому дару слез. Поэтому не всякие слезы для молитвы – препятствия, а некоторые слезы – это благодатный плод молитвы и ее условия. Но если слезы мешают, я думаю, вы просто продолжайте молиться, и душа придет в то состояние, когда вы не будете оплакивать свое, может быть, действительно скорбное положение, а будете радоваться близости к Богу и тому свету, который вы от Него получаете. Вопрос из социальной сети задает его Светлана из Серпухова. Почему нельзя рассказывать о чудесах в своей жизни, о чудном исцелении, например? Священнослужители говорят, что теряется благодать, но как же не рассказать во славу Божию? Можно ли на своем примере укреплять веру окружающих, кому пока еще необходимо подтверждение помощи Божьей? Наверное, рассказ о себе, это дело порой бывает соблазнительным. В Евангелии написано: «От слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься». Иногда мы, рассказывая о каких-то важных действительно событиях своей духовной жизни, признайтесь, мы хотим эту ситуацию приукрасить. Хотим ее часто сделать гораздо более впечатляющей, чем она изначально в нашей душе прозвучала и была прочувствована. Хотим произвести некий миссионерский эффект. И тем самым мы часто теряем истинное ощущение того, что произошло. От истины удаляемся, а не приближаемся к ней. Иногда внутреннее духовное переживание можно, как говорят, разболтать, выболтать, и тогда вся энергия, которую мы от этого переживания в душе накопили, она уйдет в разговоры, в пустословие. Вот если вы ощущаете, что ваш рассказ о чудесах вашей жизни превращается в такую болтовню околохристианскую, то, наверное, этот рассказ нужно сократить, а может быть, воздерживаться от них. Но порой, если вы не хотите об этом говорить, но жизнь подводит так, что вы должны свидетельствовать об истине, то, конечно, об истине, в том числе и об истине Божией в вашей жизни, свидетельствовать необходимо. У нас есть звонок, Белгородская область на связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Я хотел спросить такой вопрос. У святителя Игнатия Брянчанинова есть такие слова: «Тот, кто не видит своих грехов, не может быть христианином». И я думаю, своим грешным, что воцерковление начинается не с того, как правильно свечки ставить и поклоны бить, а с того, когда человек начинает видеть свою мерзость внутри и свои грехи. Вот, наверное, с этого воцерковления. Как вы думаете? Спасибо. Спасибо. Я совершенно ни разу не сказал ни о том, как бить поклоны, ни о том, как ставить свечки, и намеренно об этом не сказал. Я действительно думаю, что воцерковление начинается с внутренней катастрофы, с переоценки ценностей, а значит, с покаяния. В этом вы совершенно правы. И покаяние является не только началом, но и продолжением, иной раз итогом христианской жизни и ее постоянной составной частью. Если у меня нет стремления осмыслить свою жизнь в свете Слова Божия, а если я хочу ее осмыслить, то, соответственно, и исправить свою жизнь в свете заповедей Божьих и так, как я понимаю волю Божью, то я буду плохим христианином, потому что я в этом случае не буду стараться походить на Христа. А вот если это есть, то постоянное христианское осмысление жизни, постоянная рефлексия, постоянное покаяние – это не просто тяжелые переживания, не просто, скажем, биение себя в грудь, разрывание рубашки и посыпание пеплом головы. Это
постоянная часть жизни, которая ведет нас от меньшего совершенства к большему. Это должно быть у каждого христианина. Прежде чем начинается воцерковление, конечно, если это завершается воцерковлением, существует такой вот этап, когда, например, молодые люди могут погрузиться в состояние, воспитанное субкультурой или, может быть, каким-то влиянием моды. Вот так или иначе, обычно это бывает такой краткосрочный период, но все-таки он бывает. Почему? Человек – существо духовное. И мы знаем, что если в храме нашей души не живет Дух Святой, то это не значит, что никакие другие духи в ней не могут поселиться. Каждое венье моды имеет свою духовную составляющую. Каждая субкультура имеет свою духовную основу. Ну вот, мне приходилось посещать много лет тюрьму, и я встречался с людьми, которые воспитаны в такой тюремной субкультуре, которые знают свое место в тюремной иерархии, которые ценят те ценности, что там исповедуются, и систему отношений, в которой люди там находятся. И соединить эту систему отношений с христианскими заповедями, с христианской нравственностью оказывается очень тяжело, но возможно, потому что и в тюрьме живут люди, которые стремятся от меньшего совершенства к большему, от тьмы к свету. Есть люди, которые, скажем, как молодежь, кто-то одевается в такие готические, как сейчас бы сказали, одежды, гремит цепями или иначе как-нибудь черными одеяниями, балахонами пытается подражать героям фильмов ужасов. Что это значит? Это значит, что люди намеренно вселяют в свою душу некие духовные образы. Образы, связанные с мучением, а иногда с наслаждением от того, что кто-то кого-то мучает, а кто-то мучается, что связанные со страхом. Там часто это бывает культ призраков, привидений, каких-то темных мистических страхов, которые совершенно не просветляются ни молитвою, ни обращением к Богу. Вот. Бывают иные, скажем, военизированные моды, которые ведут своих поклонников к культу силы, культу противоборства, культу какого-то вот телесности и желанию насильственной победы над своим противником и так далее. То есть каждая неутилитарное исповедование, модели или какой-то субкультуры, оно всегда имеет духовную подоснову, и всегда, глядя на каких-то носителей этой культуры, всегда хочется их расширить и призывать к более высокому духу, чем тот, который они в себе несут. У нас есть звонок, и Рязань на связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Раб Божий Дмитрий. Слушаю вас. У меня такой вопрос. У нас растет маленькая дочка. Для того, чтобы ее причастить, нужно прочитать подготовительную молитву. А вопрос такой. Если я с дочкой вместе идем причащаться, исповедоваться, я, соответственно, нужно читать подготовительные молитвы и за себя, и за дочь, или достаточно одна для меня? Один раз. Простите, какого возраста ваша дочь? 5 месяцев. 5 месяцев. Ну, младенцы у нас причащаются совершенно без чтения молитв ко причастию. Понятно, что ваша дочка, она, даже если вы прочитаете ей эти молитвы, умом своим она их воспринять не может.
Но проблема поднята совершенно правильно, потому что когда-нибудь вашей дочери будет и 5 лет, а потом и 7. Из 7-летнего возраста уже все дети у нас причащаются, готовясь точно так же, как и взрослые. То есть и постясь, и читая молитвы ко причастию. И хорошо, что вы задумались над этим вопросом в таком раннем возрасте. Тогда вы сумеете постепенно приучить свою дочку к чтению молитв точно так же, как приучают к любому другому делу. А как приучает учитель ученика? Поначалу учитель делает 95% всей работы, а ученик 5%. Потом через какое-то время учитель делает 80%, а ученик 20%. И так год за годом, цикл за циклом ученик овладевает всеми секретами мастерства и получает, приобретает силы и способности все творческое дело совершить самостоятельно. Молитва – это не менее творческое дело, чем все остальное. Хорошо, если наши малыши будут поначалу в наших молитвах ко причастию, общих молитвах, которые мы с ним вместе читать, будут читать, ну, хотя бы «Отче наш», хотя бы какие-то небольшие молитвы, которые встречаются, скажем, «Царю Небесный», или псалмы, которые встречаются в утреннем или вечернем правиле. И таким образом они постепенно будут включаться в ту общую духовную работу, которую мы все совершаем над собой при приготовлении к причастию. Продолжая наш разговор про субкультуру, переходя уже на такую некую фабулу, связанную с переходом в другую реальность. Вот порой переход в другую реальность в жизни человека – превращается в его болезнь. Да, вот как такой пример распространенный, там, компьютерная зависимость. Да, уже выяснили, что она связана с переходом в другую реальность. Почему человек так легко может жить в несуществующей реальности и не может принять реальность христианскую? Ну, во-первых, надо сказать, что любой человек ищет полноты бытия, ищет такого способа существования, когда данные ему от Господа силы и способности приносят максимальные плоды в мире, максимальный результат. И при этом мы получаем не только сам практический результат, но и жизнь души, ее эмоциональную составляющую, богатый материал для размышления. Общение с окружающим миром, контакты с людьми и много других духовных результатов. К этому мы, конечно, все стремимся. Но наша вера, как написал апостол Павел, есть уверенность в невидимом и ожидание обетованного. Это не совсем должно быть такое пассивное ожидание, чтобы я вот лег на диван и ждал, когда же меня, наконец, осенит вера, чтобы я вот встал и был полностью другой. Нет, мы для того, чтобы наше обетованное в жизни реализовалось, мы прикладываем усилия. И вот соединение такого ожидания обетованного с усилием, оно, конечно, для человека тяжело. И любая христианская жизнь есть подвиг. Подвиг совершается тяжело. А суррогаты этой полноты бытия, они же были во все времена. Были суррогаты, пьянства или наркомании, какой-то алкогольный или наркотический дурман, когда душа вроде бы наполняется энергией и улетает в какие-то непонятные края, но совершенно при этом не приносит никаких плодов, и человек не имеет свободы. А другие, вот сейчас, скажем, компьютерные игры или игромания в игровые автоматы, игромания, связанная с игорным бизнесом, это тоже своего рода поиски этой самой полноты бытия, но суррогатной, не связанной ни с подвигом, ни с самореализацией, ни, конечно, с реализацией христианских идеалов. И поэтому такая ущербная полнота, жизнь в виртуальном мире,
она обязательно рано или поздно приведет человека к кризису. Ну, сколько можно пить? До тех пор, пока уже совсем здоровье не потеряется, человек не поймет, что ничто уже не оживляет и не веселит его душу. Сколько можно играть, сколько можно жить какими-то иллюзиями и фантазиями? До определенного предела, а, конечно, силы бесовские хотят, чтобы мы это делали до конца своей жизни, и чтобы тот предел отчаяния, к которому они хотят нас подвести, он совпал с нашим переходом в жизнь вечную, чтобы мы в этом отчаянии в жизни вечной и остановились. Наш следующий звонок из Санкт-Петербурга. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Мы вас слушаем. К сожалению, не услышали вопрос нашего телезрителя, но если перезвонит и передаст нашему оператору, мы обязательно его озвучим. Говоря про пресыщение, которое действительно наступает, и хорошо бы, если бы наступило, скажем, когда еще есть возможность одуматься, вот этот вот момент пресыщения, он происходит у всех по-разному, или есть какие-то вот критерии, категории, когда это наступает? Или, может быть, кто-то этому помогает, чтобы человек одумался? То есть в какой момент? Потому что сейчас очень много людей задумываются, а вот как помочь своим близким преодолеть эти проблемы? То ли обращаться к врачу, то ли еще куда-то обращаться. Вот что нужно для этого сделать? Тут есть один соблазн, от которого хочется близких предостеречь. То есть некоторые люди думают, что человек никогда не выйдет из какой-то зависимости, если не довести ситуацию до последней черты, до кризиса. Вот если будет чем хуже, тем лучше, если он уже окончательно сопьется или объестся, или уже окончательно завязнет в этом виртуальном мире, или окончательно проиграется, вот тогда, может быть, он повернется. К сожалению, это ошибочная позиция, и нужно вырывать человека по возможности на как можно более ранних этапах болезни. Ну, духовные болезни, они подобны физическим, и чем болезнь более запущена, тем лечить ее труднее. Часто человек и душу свою, и тело свое доводит до крайней степени разрушения, и уже тогда приходит иногда в храм и говорит: «Я ничего не могу, сделайте со мной что-нибудь». И вот это еще одна духовная ошибка. Церковь не может с человеком ничего сделать. Человек может с тобой сделать что-то только сам. И вот если мы сами, в конце концов, ощутим, что тот образ жизни, тот образ действий, который мы сейчас практикуем, он не соответствует нашим идеалам, он не соответствует ни заповедям Божьим, ни хотя бы тому образу, который общество считает нормальный, порядочный человек, то есть каким-то человеческим моральным нормам, и приводит только к разочарованиям, вот с этого разочарования можно начинать путь обратно к отпадению, к восстанию, от несовершенства, от полной поврежденности грехом ко все большему совершенству и богоподобию. Сказано, что человек, созданный по образу и подобию Божию, подобен иконе, на которой время, страсти, человеческие грехи свои или грехи всего мира и поврежденность всего мира нанесли очень большие повреждения, так что и образ Божий едва различим. Так вот, этот образ Божий вполне восстановим нашими усилиями. Но чтобы он был восстановим, и чтобы в этих самых, может быть, слабо напоминающих первозданное совершенство остатках и обломков увидеть этот образ, увидеть эту цель и этот свет, конечно, нужна вера.
То есть, конечно, нужен такой некий оптимистический взгляд в будущее. И христиане – это те люди, которые видят то, чего не видит обычный человек. Которые видят, может быть, в каком-то бродяге, в каком-то бомже, в каком-то совершенно опустившемся или совершенно удалившемся от веры и церкви человеке, все равно они видят образ Божий и видят ту возможность, тот потенциал, те пути, которые его приведут к восстановлению. И это видение невидимого есть то реальное чудо, которое часто встречается нам в нашей жизни. У нас есть звонок, Ленинградская область, на связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, батюшка. Батюшка, я хочу сказать, что же вы вводите людей в заблуждение. Вам нужно им всем, и вам нужно смотреть лекции Алексея Ильича Осипова. Там все написано про христианство, и все он рассказывает, как нужно причащаться, и как детей нужно водить. Все там есть. Простите, пожалуйста, скажите, какие конкретные мои слова являются введением в заблуждение наших телезрителей? Ну, видимо, без ответа мы останемся. Ну что ж, я действительно очень уважаю Алексея Ильича Осипова. Он проводит большую просветительскую миссионерскую работу. И видно, что его лекции находят себе сторонников и горячую поддержку среди его аудитории. И это очень хорошо. Но хочется сказать, что наша христианская церковь, она имеет в себе не только каких-то авторитетов, даже среди святых отцов, даже среди авторитетных проповедников, но она имеет в себе опыт христианской жизни. И об этом опыте апостол Павел сказал, что надо в общем иметь единство, в частностях разномыслие и во всем любовь. И, конечно, мы с любовью будем встречать всякие не противоречащие заповедям Божьим и догматам Святой Церкви пути спасения и способы христианской жизни, кто бы их ни проповедовал. И дай Бог, чтобы у Алексея Ильича было много благодарных слушателей, которые используют и применяют в жизни его советы. Следующий звонок из Московской области. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте вопрос. Сорвался звонок. Есть вопрос из социальной сети, от телезрителя, который не назвал свой город. Наталья спрашивает. В жизни, наверное, у всех бывают дни, когда мы употребляем алкоголь. Можно ли после этого приступать, к примеру, к вечерним молитвам? Ведь это вечернее правило, или этим можно еще больше нагрешить? Есть такая народная поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Конечно, часто алкоголь очень сильно разбалансирует нашу душу и лишает нас самоконтроля. Это правда. Но алкоголь не вносит в нашу душу иного содержания, которое не было бы и в нашей повседневной жизни, свободной от опьянения. Поэтому, уважаемая Наталья, в любом состоянии, из любой бездны грехопадения, даже из пьяного состояния, вы можете взывать к небесам, и я надеюсь, что в ходе такой молитвы ваше сознание прояснится, и ваша душа обретет новые силы. Следующий вопрос задает Сергей из Великого Новгорода. Батюшка, я воцерковляюсь первый год и, к сожалению, не ощущаю радости от православных праздников. Благоговение и страх Божий очень слабы. Как быть? Ну, во-первых, наверное, можно доверять своим собратьям по вере. И когда мы видим, что вот самые великие христианские праздники –
весь христианский народ радуется, а в нашей душе радости нет, то надо подумать, кто же все-таки идет не в ногу. Либо один солдат идет в ногу, а весь остальной народ не в ногу, или все-таки все идут в ногу и все правы, а один единственный человек в чем-то не имеет еще внутреннего единства со всей церковью. Поэтому, наверное, здесь есть некая внутренняя еще неправота и неродственность тому общему церковному соборному состоянию, которое проявляется в праздничных церковных песнопениях и в замечательных словах праздничных проповедей, которые мы читаем у святых отцов. И я думаю, что, наверное, герой этого вопроса, автор этого вопроса со временем взглянет в свою душу и ощутит в ней ростки тех душевных движений, которые сроднят его со всей православной церковью. У нас есть звонок, и Ульяновская область на связи. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела, вот у меня здесь двое, но они мне абсолютно неверующие. Как с ними быть? Моя ошибка, что я их не возила в церковь. А теперь я вот страдаю за них, переживаю. Они меня вообще не понимают. Я сама хожу, но они меня даже за это осуждают. Но здесь скажите, как быть? Сколько лет вашим детям? Назовите, пожалуйста, возраст ваших детей. Им за 30 уже все. Большие и мальчики, и девочки. Ну что ж делать, это уже не дети, и в таком возрасте мать может только молиться о своих детях и никаким образом не может проявить свою волю в их воспитании. Их воспитание уже завершено. Поэтому вы можете рассказывать им о своих переживаниях церковных праздников и церковных таинств. Вы можете приглашать их с собой в храм. Вы можете на праздник, скажем, в Пасху, подарить им святое яйцо пасхальное и иначе каким-нибудь образом вовлекать их в свою христианскую жизнь. Но никаким образом принудить детей, уже взрослых, к вере, да даже и маленьких, мы не можем. На этот случай Христос сказал: «Се стою у двери и стучу». Вот даже Господь стоит у дверей нашего сердца и ждет, когда мы сами Ему откроем. Поэтому дай Бог, чтобы ваши молитвы и ваши усилия нашли отклик в сердцах ваших детей. Если они вас любят как маму, то они наверняка будут уважать вашу веру, а может быть, с вниманием отнесутся к вашим словам. Очень часто люди, которые смотрят на православных со стороны, упрекают православных христиан в разобщенности. Вот можно ли с этим согласиться, и действительно ли эта разобщенность среди людей есть? И да, и нет. Христианин – существо ответственное. Христианин отвечает за свою душу. Христианин кается за свои собственные грехи. Христианин берет, принимает на себя тот крест, который лично ему посылает Господь. Не соседу, не там, какой-то общине, хотя бывает, что и у людей бывает некая общая судьба. Судьба у народа, судьба у прихода. Но все-таки христианин во многом действительно существо самостоятельное и потому свободное. В Евангелии сказано, где Дух Господень, там свобода. Но, будучи свободным, христианин в то же время имеет друзей, братьев и сестер по своей вере, чей свободный выбор также совпадает с его выбором, и пути которых, не сказать, что один к одному совпадают, но нельзя сказать, что каждый человек должен совершенно одинаково совершать свой подвиг спасения, что все строем должны, скажем, помогать бедным или
там, скажем, строить храм, или подавать милостыню, или еще что-то делать такое, что, конечно, одобряется, конечно, призывается, к чему призывает православная церковь. Но как преподобный Серафим Саровский учил своего служку Мотовилова, каждый человек должен уподобляться торговцу в стяжании Святого Духа. И говорил Серафим Саровский: смотри, какое доброе дело приносит тебе больше духовных плодов, то дело больше и исполняй, зато и принимайся. Вот поэтому при всем единстве, единстве веры, единстве таинства, единстве богослужения, в котором мы действительно участвуем все вместе, каждый человек все-таки в своей вере, своей самостоятельности не теряет. И православная церковь – это такой хор, в котором ни один голос не пропадает. Вот я так бы ответил на этот вопрос. Следующий звонок из Московской области. Мы вас слушаем. Задавайте вопрос. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Добрый вечер. Да благословит вас Господь. У меня такой вопрос. Я вообще в Украине родилась, но уехала 18 лет в Россию и хожу в храм России. Родители мои живут на Украине, все родственники на Украине, и они сейчас ходят в храм, где служба проходит на русском языке. Я когда приезжаю в Почаевскую лавру, подаю записки, меня спрашивают, за каждое имя спрашивают, куда ходит этот человек в храм, к какому храму относится. Вот, и когда я говорю, что я не знаю, куда ходят мои родители точно, потому что я не знаю, как называется правильно этот храм, куда они ходят. Я знаю только, что на украинском языке это все проходит. Они не разрешают подавать записки за родителей. Значит, получается, мне здесь в России тоже нельзя в храме подавать записки за них. Спасибо за вопрос. Да, к сожалению, на Украине очень тяжелая ситуация с разделением церквей. И мы знаем, что на Украине есть русская православная церковь, православная церковь украинская, православная церковь Константинопольского подчинения. В какую из этих церквей, какой приобщены, членами какой из этих церквей являются ваши родственники, тут по вопросу трудно судить. Но, наверное, если все они все-таки православные, то мы имеем возможность, если все они исповедуют символ веры, если все они верят в Святую Троицу, если все они причащают святых христовых таинств даже и в иной церкви, но православной церкви, мы имеем возможность их церковного поминовения в Русской Православной Церкви. Мы не имеем возможности поминать в церкви инославных, язычников и иноверцев. Вот мы не имеем возможности, иначе как в домашней молитве, поминать, скажем, протестантов или сектантов, или совсем безбожников. К сожалению, или не к сожалению, а вот потому, что Господь не стесняет человеческой свободы по воле Божией, это сложилось так. А что касается наших братьев православных христиан, даже и относящихся к иным ветвям православия, мы за них молиться в церкви можем. Следующий звонок, и Тюменская область на связи. Здравствуйте, задавайте вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что означают слова «претерпевший до конца спасется»? Каждый христианин проходит свой путь спасения. И на каждом пути христианском искушение подстерегают не только в начале, но искушение подстерегают и людей уже опытных, твердых в вере и даже достигших какого-то совершенства. И порой мы знаем, что люди, достигшие совершенства в своей вере, претерпевают духовные катастрофы, и падение их бывает сокрушительным.
И вот эти евангельские слова, они нас предупреждают о необходимости быть бдительными и не считать, что наше духовное состояние является уже нормальным, что мы достигли всего того, чего должны были достигнуть, и дальше нам совершенствоваться некуда, можно только так по инерции несколько продолжать свою жизнь и скользить, не совершая больших усилий. И это не так. И любой этап христианской жизни является подвигом, ношением креста, требует терпения, стойкости и бдительности перед искушениями. Следующий звонок из Ставрополь. На связи, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела вот так спросить, такой вопрос задать. Вот если ребенок из православной семьи, можно его отдавать в секции восточных единоборств, в частности, вот тэквондо, карате? Это не противоречит, нет, нашей религии? Можно сказать, что все зависит от обстановки в этой самой секции. Если тренеры там обращают внимание в большей степени на физическое совершенство тела, а не на исповедование духовных практик, которые присущи странам, откуда пришли эти виды борьбы, то иногда бывает так, что дети без особого вреда для себя занимаются такими единоборствами. А иной раз бывает, что и священники благословляют на подобные занятия. Но часто случается так, что как только молодые спортсмены обретают некое совершенство в этом виде спорта, тренер сразу говорит, для того, чтобы продвинуться дальше, нужно не только телесное совершенство, но и особую духовную организацию, духовную направленность. Дай-ка я тебе посоветую мантру или еще какую-нибудь там геометрическую фигуру, на которой ты должен будешь концентрировать свое внимание, и еще какие-нибудь духовные практики, которые, конечно, не соответствуют нашим православной вере и нашим ценностям христианским. Потому что тот, кто, обретя истину в нашей христианской вере, ищет что-то другого, ищет другой способ духовного совершенства, о том апостолам сказано, тот ищет тьму. Кроме того, я вам должен сказать, что не всякий спорт человеку полезен, даже независимо от духовной составляющей того вида борьбы, которым занимается ребенок. Потому что спорт часто раздувает до совершенно недопустимого уровня спортивный ажиотаж, дух соперничества, иногда страсти, связанные с необходимостью победить, иногда нездоровую совершенно соревновательность, когда один для того, чтобы победить, всячески вредит своему конкуренту. Иногда дух стяжательства, тщеславия, гордости. Поэтому как только спорт превращается из способа обретения телесного совершенства в некое функционирование в области шоу-бизнеса, а не секрет, что большой спорт является у нас одной из равновидностей шоу-бизнеса, и в нем очень большие капиталы и денежный интерес присутствуют, там уже всякое духовное совершенство отступает на второй план. И с этим нужно очень внимательным быть. Следующий звонок. Ставрополь, на связи. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Уважаемый отец Дмитрий, спасибо вам за подробные ответы и добродушное отношение к нам, зрителям. У меня такой вопрос. Можно ли делать добрые дела без благословения батюшки? Потому что ведь как бы вроде добрые дела делаются в тайне. Спасибо. Очень хороший вопрос. Каждый человек – это прежде всего человек, который ходит пред Богом, а не пред батюшкой. Если вы откроете книгу «Бытия»,
Вот когда начинается глава про Ноя, там сказано: «Ной был добрый человек и ходил пред Богом». Вот поэтому мы, конечно, должны в самые свои, что ли, христианские мотивы своих дел, мы должны прежде всего своей верой, своей совестью, своим здравым смыслом и разумом соотносить. Рядом с вами не всегда будет батюшка, да и не всегда должен быть батюшка. Цель любого духовника и любого священника состоит в том, чтобы довести свое духовное чадо, своего подопечного до такого состояния, когда он не будет нуждаться в опеке и не будет нуждаться в благословении, а волю Божью он будет ощущать сам, через священное писание, через голос своей совести и через тот опыт, который есть в нашей православной церкви. Воспользуйтесь этими благодатными источниками. Светлана Сербухова спрашивает, можно ли... Скажите о староверах или старообрядцах, можно ли молиться в церкви? Если человек крещен по старообрядческому обычаю, то после смерти можно ли его отпевать в православной церкви, если этот человек не раскаялся и не был на исповеди ни разу? Проблема со старообрядцами – это проблема самих старообрядцев. Вот уже много лет прошло с тех пор, как православная церковь сняла те прещения, которые были, те взаимные клятвы, которые были принесены при церковном расколе 17 века. И православная церковь открывает свои объятия для всех христиан православных, в том числе и тех, которые по обстоятельствам своей жизни, потому что они родились в какой-то не той семье, иначе не вошли в эту православную церковь с самого начала. Но беда в том, что многие старообрядцы, они не исполняют одного из членов нашего символа веры. Ведь сказано в символе веры: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». То есть церковь единая, святая, соборная и апостольская. А многие старообрядцы говорят: не святая. Вот та церковь, которую они не признают своей, которая не придерживается их обрядов, она не святая, таинства в ней не благодатны, и поэтому участвовать в этих таинствах не спасительно для старообрядца. Вот если такой человек всю жизнь православную церковь презирал, всю жизнь ее сторонился, может быть, на нее клеветал, а потом он умер, и мы хотим, чтобы православная церковь за него молилась, такая молитва будет нарушением его собственной свободной воли. Он бы сам такой молитвы от православной церкви, в которую он при жизни стыдился или гнушался войти, он такой молитвы не примет. Поэтому, пожалуйста, вы за своих старообрядцев таким образом не молитесь и их свободную волю таким образом не подавляйте. У нас есть звонок. Москва на связи. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня зовут Марина из Москвы. Отец Дмитрий, поясните, пожалуйста, вот такой момент. Сегодня в программе «Читаем Евангелие вместе с церковью», вот в этом фрагменте звучала такая фраза, что когда ученики пришли ко Христу, значит, спросили: «Господи, вот именем Твоим изгоняют нечистую силу из, ну, из других людей. Мы запретили им это». На что Христос им сказал: «Не запрещайте им этого». Вот очень непонятен вот этот фрагмент, что значит, кто изгонял, откуда и кому не запретили, кому не надо запрещать. Спасибо большое, до свидания. Дело в том, что в древней Иудее апостолы были не единственными людьми, которые исцеляли бесноватых. Бесноватых было много, и это было явление, хорошо знакомое ветхозаветному иудею.
Поэтому приходили и к иным священникам, и к тем людям, которых считали людьми Божьими, пророками, и просили их молитвенной помощи. И многие люди такую молитвенную помощь оказывали. Не забывайте, что эти события происходят еще тогда, когда не произошло ни суд над Христом, ни распятия, ни воскресения Христова. То есть не произошло такое четкое разделение между теми, кто Христа принял, и кто его еще не принял. И вот поэтому Господь сказал точно так же, как в той притче о плевелах. То есть еще это разделение не произошло. Может быть, те люди, которые именем моим изгоняют бесов, они действительно те, кто примет меня. И те, кто действительно только еще не слышал моего учения, но уже несет его семена в своих сердцах. И действительно, в Евангелии есть места, которые порой кажутся противоречивыми. Вот в одном месте сказано: «Тот, кто не против нас, тот с нами», как в фрагменте, о котором вы говорите. Как через три главы говорится: «Кто не с нами, тот против нас». Совершенно по другому поводу, о чем некоторые очень формально мыслящие читатели Евангелия говорят: «Как же так может быть?» Когда в Евангелии в одном и том же тексте два противоположных совершенно высказывания. Но Господь в каждом случае говорил конкретно. И о каждом случае говорил, что да, действительно, бывают ситуации, когда человек, еще не принявший Господа, уже несет в себе те предпосылки, которые в конце концов его к Господу приведут. А бывает такое, когда человек с самого начала Господа не принимает, и тогда он уже явный противник Господа Иисуса Христа. Батюшка, время нашей беседы уже подходит к концу. В завершение благословите наших телезрителей. Я желаю всем нашим телезрителям добрых духовных плодов от ваших молитв и результатов вашего богопознания от чтения Священного Писания и размышлений над текстами, которые поются на богослужении. И тогда наш духовный путь будет путем под церковной оградой с помощью Божией и с благими результатами. Да спасет вас Господь! Большое спасибо, батюшка. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч!